Привет всем, и сегодня я вам покажу, как сделать газонокосилку. Вон я тут это рисовал недавно. Будем делать из этой старой коробки от Xbox. Сейчас я ее только очищу. О, тут даже пенопласт есть. Может пригодиться. Ой. Стойка для телефона упала. Так. Вот там пусто. Сейчас я буду вырезать прямоугольник, из которого что-то такое вот у меня получилось. Это все легко изготавливать. Стали будут склеены суперклеем. Ой. Блин, меня порезали ножницы. Ну, иногда бывает так, что у меня я порежусь между этими, вот это опускается и фу. Вот что теперь с моим пальцем. Ну ничего. Мы должны продолжать. Потом. Честно скажу, больно не было. Но все прошло. Как я говорил, косилка очень маленькая. Вот такая вот. Так. Сверху нужно начертить дырку, где будет мотор. Ну, что-то такое вот. Тут ручка. А снизу тут будет кружок для лезвий. Посмотрим, влезет ли в такой маленькую окружность наше лезвие. Влезет. Но все равно. У меня тут куча картона. И это не будет окружностью. Ну, слишком маленький. Так. Поехали дальше. Сейчас я вырежу эту вот дырку. Можно ручкой ее просто вот так вот провести. И надеюсь, что у меня будет побольше видео. Знаю, что некоторые ждут моих новых видео. Но это видео немножко сходит с нашего нужного всего. Потому что я должен делать сирены, так? Ну, бывает так, что я не могу делать сирены. Что-то такое вот. Но можно еще там подровнять ножницами. Ну, а может... Дальше уже у вас там
ваше желание. Лезвие я на пока сниму. Так оно так легко снимается. О, думаю, что для мотора даже клей не нужен будет. Потому что вот как он. О, так окружность мне придется делать совсем в другом месте. Ну и скоро это тут все будет запачкано травой. Так, а тут отметим, там, где будет батареечный отсек. И у нас будет спереди. Тут ручка. Вот так что-то у нас должно получиться. Так. Ну что, поехали дальше. Сборка очень тут простая. Элементарная сборка. Так. Вот только колеса. Как же нам добыть колеса? Ну, это посмотрю. Это я посмотрю. Ну, ладно. Так, пока сделаем саму окружность внизу. Так. Эта вот дырка, это будет... Эта дырка, это будет серединкой. Это куда трава будет залетать. Ну, что-то вот такое вот. Это надо склеить. Столько суперклея. Ну и немножко клея для лезвий. Фу, воняет. Как мы знаем, суперклей пахнет очень плохо. Но некоторый клей выступает и придает мне прям по пальцам. Ну, это часть клея. Мотор, какой я использую, это самый обыкновенный мотор. Так, тут что, должно... Так, кажется, я тут должен... Буду сделать другую окружность. Это слишком маленькая. Или я неправильно ставлю. Так, все понятно. Сделаю другую окружность. Из другой такой же детали с дырочкой. В этот раз чуть будет она поменьше.
Ну, я получил то, что мне надо. Так, теперь я посмотрю. Ладно, это уже у меня 12 минут. Ну и на пока все.